Здравствуйте. Всем привет. Что я могу сказать? Здравствуйте. Всем привет. С вами The Station, и сегодня мы попытаемся с вами почти добить. Прорваться. Прорваться через Березария, мать его, Коула. И останется совсем немножко до, в общем-то, финала этой книги, где вы все узнаете. Чё, как, чё. Или гранд-финал. Ну да, такой маленький будет гранд-финал, за сегодня очень многое охватит. Все перемешалось. Все смешалось люди, вообще везде, на Фарасе. Все смешалось. Все смешалось, там бардак полный, я даже не знаю. Как ты помнишь, я следить даже устал. Из последнего там был Коул, Примус и Феликс, которые шли вот в самый центр, куда нужно было Коулу. Да. Он и думал, там да. Примус левитировал, Феликс в своей броне там ползает. Потом какие-то песочные часы, и пол обвалился. Да. И там такой осколок, типа, здравствуй, дорогой вот человек. Ну, про Ктана понятно, а про прошлое тоже непонятно. Ну, короче, давай, что дальше? Что было дальше? И где? Ну, это не летят. Главное. Сейчас летят вниз. Летит Феликс, Децимус Феликс, Тетрарх. Он летит вниз по карьерной лестнице. Все глубже и глубже опускается в самые низины этой самой горы. Пролетает он разбитые черные зеркала, в которых, они же разбитые, значит, множественные его сущности отображаются. Где-то он перекрашен в зелененькую броню, где-то у него руки нету, где-то глаз выйдет. Шейдспайр какой-то грохнул. Шейдспайр летит до всей редакции Шейдспайра, все возможные колоды он пролетает вниз. В общем, страшно ему от этого, и тело не очень-то он свое чувствует. Смотрит и... Какой же я страшный, думает, стал. Ужас один. А боли не чувствует при этом. А был думает, ли мальчик? Вот именно, был ли мальчик. И вроде бы все хорошо, потому что, ну, боли-то нет. В общем-то, можно лететь и дальше. А потом мысль такая, а сколько ты еще лететь? Как тут? Бах! Ах! И он очнулся. Дыхание пошло у него. Приподнимает голову. На полу лежу я. На полу. Черненький, красивенький. Протер. Блестит чернокаменка. Не та чернокаменка, это вообще шиза. Ну там же то же самое, там черный камень, да. И он такой на инстинкте, Коул, Коул, а сам как черепашка. Встать и не может. Коул, а шлем-то у него не работает, и видит, что визоры-то у него неактивные, нигде нету датчиков, индикаторов. Вот он уже отвечает на вопрос кого-то без своего костюма. Ну, как бы не филантроп, не миллиардер, а просто беспомощный Space Marine, который понял, что Gravis Armor гораздо более тяжелая вещь, нежели простой армор. Если в простом еще можно без этого, ну, как без питания да, бегать. Да, сзади. Что нам, кстати, Dawn of War показал, что блин. Да, немножко пробежать можно без бэкпака. То в термоарморе это сложновато. Надо быть каким-то мега-абадоном, чтобы в термоарморе. Да, и он такой болтается, как черепаха, и понимает, что я уже очень устал. Ну, очень устал. Пережил бог знает что, и такой, надо подняться, Коул, мать твою, ответь мне! А вокруг как бы темно чуть-чуть. То есть едва-едва всполохи зеленой энергии пронизывают этот самый черный камень. И он такой, сейчас я! Рука такая, хватает его за плечо, я помогу тебе. Он посмотрел, а там этот покерфейс. Ты это, не напрягайся так сильно, я помогу. Берет его подмышки и поднимает. Бык, поставил. Нет, заходи, если что. И Тетрарх такой, так, система, ну-ка, как Спайдермен. Ну давай, и такой тарахчение сзади. Да, тут все глушится. Наглухо. Бденц. Попробую еще. Это такой. И немножечко начал работать его реактор, и он почувствовал, о, энергия потекла, запустил, как тарантас какой-то старый. И все, задвигалась его броня, но он чувствует, что все вокруг мелькает. Ну да, термоядерный реактор именно так запускается, конечно. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, зажигание. И он такой, ну все, окей, значит можно ходить. И у него так индикатор, можно дышать, можно дышать. Подумал, ладно, шлем сейчас снимать не буду, рановато еще. Где мы? А где товарищ Коул? Примус так руками разводит. Я не ебу. Нету. Я не знаю. Возможно, это место распустило нас на атомы и собрало заново. Тебя вот видишь, как собрало не очень хорошо. Так все и бывает. Реактор твой не то, чтобы сразу запустился. А его где-то в другом месте. Значит, мы должны найти его. Ну, конечно, должен найти его. Моего мастера. Без него мы тут, в общем-то, ни черта не сделаем. Мы останемся навечно. Феликс посмотрел. Так, что здесь у нас? Включились его фонари, он такой, ого, а там машины некронские, здоровые эти вот непонятные, да,
стеллы, что-то. Гигантские стеллы, которые наполнены энергией, искрятся. Короче, это гробница. Гробница какая-то жесткая. Если хотите посмотреть, как гробница Некрон выглядит, вам в игру механику. Вот. Там да. они всю механику. Игру в некронских гробницах да. ходят. И Феликс такой... Они же запахи там типа распознают, Space Marine, обоняние у них очень хорошее, даже не у космоволков. А он не может их распознать. Невероятный букет. Это как след, которого нет. Вот, и он такой, ладно, вокруг механизмы, куда идти? Примус такой, я не знаю, но смотри. А там дорожка. Я думаю, будем идти по дорожке, Элли. Пойдем. И Примус уходит. Тот такой, это же что, сердце горы Фарос? Я такой, я не знаю, но нам походу туда. Он такой, блядь, каким меланхоличным голосом все время со мной говорит. А, ты можешь быть не таким вот меланхоликом? Нет. И пошел по дорожечке. Вот. Вокруг них такие пызырьки появляются. Один с другим такие, кто здесь у нас? И Феликс такой, смотри, здесь каноптики. Тут не знают название, не важно. Не, ну они знают. Ну, наверное, как бы обозначают, там, как да. каноптик, эти механизмы. Это же мы их так называем. Может, некроны их называют какие-то... Да так же. Механические глисты. Да так же называют, в этом-то и проблема. Что они так же их называют. Каноптики вокруг нас. Ну, если мы не будем их трогать, то как с крабами, может, и нас не будут. Ну, ладно. Ничего здесь не трогай. В темноту. А главное, не смотри в большие мокрые яйца. Это буквально на собеседование в экстрасенсах. Отче рассказывал. Давал советы. Знаешь, там как по руке, вот когда актера. И все всматриваются в эту руку, говорят, на собеседовании. Ты главное, не смотри в большие мокрые яйца. Актер он не угадал. Не туда пришел. Да, все казалось очень древним, само собой, жутко древним, и не то чтобы хорошо работающим, потому что где-то что-то искрилось, и видно, что оно так не должно искриться. Вот это вот. И самое прикольное, здесь же они видели следы, например, механикусов. Старые всякие механизмы механикусов. И они аккуратненько, заботливо поднимались в воздух непонятной энергии, расщеплялись на маленькие атомы, куда-то утягивались, видимо, для того, чтобы что-то починить другое. И вот они шли вперед, смотрите, они почему не хотели совершенно. Им нужно было только найти одного человечка, Коула. Наслаждаются красотами этой гробницы, которая пытается сама себя отреставрировать, починить. Феликс такой, прием, кораблик. Ему Примус говорит, ну никакой кораблик, тут уже все. Мы в центре горы, тут у тебя, видишь, у тебя все барахлит. Какая тут связь? Не будет никакой связи. Да это как в метро спустился, а там нет усиления сотового сигнала. Именно, ничего, да. Феликс такой, ладно, хрен ты с ним. Вокс пережат, я понимаю. Мы должны найти Архимагуса. Даже если он такой, конечно, пидорас, каким пытается себя показать, он слишком полезен, чтобы оставить его здесь. Примус развернулся такой и посмотрел так на него на Тетрарха. Не понял. А Тетрарх такой, я шучу, Примус. Я просто хотел поднять нам настроение посреди буквально нашей смерти. Ну, юмор это не оружие против смерти. Тут смирно, ну, да, но это юмор, он на то и придуман, чтобы немножко градус понизить. Я пытался просто как мой примарх. Ты же знаешь, Жлемана, святой человек, он бывает нереально легок на подъем. Так опа, шутку меткую, бабах. И я... Там такой покерфейс, на него смотрит. И вот, да, согласен. Говенная шутка. Пойдем дальше. И они идут дальше туда. И сейчас конструкция такая. Представим себе. Яма огромная. Из нее жар прет. Просто жар прет. И такие дроны вниз улетают. Скрабы. Так они до ядра, что ли, провалились? Почти. А другие наверх улетают. И вот. И каждый что-то уносит туда. А другие не выносят ничего. Заново куда-то улетают. И... Феликс такой, ёперный театр, они до мантии планеты докопались. Ёперный театр, зачем? И Примус такой, ну, наверное, они что-то чинят. Добывают полезные какие-то... Сталь. Да. Добывают сталь, точно. Для того, чтобы починить то, что не работает. Или работает так, как не должно работать. И он страх посмотрел на это все дело. Ты можешь это заблокировать? Не нравятся они мне. Примус такой... Зачем?
Да и если бы я мог, нет. Здесь нет ничего. Ничего психически активного. Здесь абсолютная черная зона. То, что я дышу, для меня уже как бы подарок большой. Так что нет, не просили меня о таких вещах. Они смотрят на эту дыру. И он такой, угу, Феррис. Хорошо, ладно. Как все здесь функционирует? Почему мы здесь оказались? Почему это вот вообще здесь может быть зарыто так глубоко? Такой, ну, это транс, дименшнс, бибимсен. Ну, в общем, все перечисляет ему, что может. В общем, то, что ему сказал Коул. Тебе стало легче, Феррикс? Тот такой, нет, не стало. Тогда предлагаю пройти дальше. Смотри, показывает пальцем. Там какой-то свет и огромные две створки врат. Гигантские, причем ярко светятся, зеленым. Вот, как будто гигантские врата, куда-то вход. И Примус такой, ну, наверное, нам туда. Почему? Ну, а почему нет? Тетрарх. Какой-то разговор и слепого с глухим. Да, они такие, и пошли туда дальше, к этой вот большой-большой стенке. Она оказалась из черного камня, само собой. Вот. Но самое интересное, что когда они туда идут, они понимают, что она гигантская. Реально гигантская. Огромная. Огромная. Заходят внутрь, потому что она приоткрыта. Приоткрыт с прейсмарином борта. Заходят там аллея. И на аллее 8 статуй. 4 так, 4 так. А над ними еще 8. 4 так, 4 так. И статуи сделаны из различных материалов. И материалы под стать на самом деле тому, что отображает статуя. Это все гуманоиды. Все гуманоиды абсолютно. Они напоминают очень сильно людей. Они здоровенные, эти статуи, по 10-15 метров каждая. И одна из них, типа, парень мыслящий. И читающий какие-то свитки перед собой. Другой, типа, такой воитель, кричит там с копьем. Везде некронские глифы, само собой. Иероглифов там выше крыши просто. Один из них, типа, такой тянется, как будто смотрящему, и обещает ему подарить что-то. А над ними такие же, но сделанные полностью все, абсолютно из серебра, идеального серебра. И они такие прям человекоподобной формы, естественно, но уже по-другому у них лица сделаны. Они как будто страдают болью и злобой. Они такие все, ну как вот, не знаю, как в изгоняющем дьяволе, как в адвокате дьявола, когда в конце за спиной у Аль Пачино начали двигаться все эти вот... Короче, аллегория биопереноса, видимо, какие-то. Хуже. Это аллегория, видимо, что-то другое. Потому что заканчивается аллея треугольником. На треугольнике лицо. Человеческое, как бы напоминающее очень сильно, но абсолютно не выражающее эмоций. Как будто мертвое. И вокруг треугольника куча энергии. Просто сочится энергией. Вот. Иногда туда такой пиш. Со вспышкой улетает скрабик маленький. И Феликс такой, ёперный театр. Я это видел уже. Подобное видел. Это боги. Боги, которым поклонялись ксенодинастии. Примус такой, оу. Боги? Я не думаю, что некроны вообще кому-то поклоняются. Ладно, не поклоняются. Поклонялись когда-то. Когда-то поклонялись. Теперь нет. И вот эта штука, зуб дает портал. И нам туда. Посмотри на скрабов. Они туда пью, исчезают. Он такой, ну, это может быть опасно. Такой, ха-ха, зато это самый короткий путь, Примус не ссы. Опасность, мое второе имя. Да, и разбегается и в портал. Бинг! Пух! Прыгнул. Ну, за ним Примус, само собой. Вспышка, и они такие, опа, и оказались на равнине черного камня. Полностью черный камень везде. Над ними красное небо, жесткое, красное. Ну, как во снах. И ты вспоминаешь этого, нет, не Wild Rider. Это было в Ghost Warrior, когда они в портал, в колодец мертвых прыгнули, и там такая же херня, только вместо черного камня был песок. В общем, они оказались где-то далеко-далеко за пределами материального мира, по ходу дела. В маленьком, видимо, каком-то компактном измерении некроны. Это же некроны, они любят компактные измерения. И Примус такой, ну все, край. Здесь вообще полностью отсутствует психическая энергия. Тишина лютая. И самое интересное, что я чувствую, вот чувствую, какие-то источники психической энергии посреди этой полной пустоты, как яркие точки. Они осматриваются, а где? И тут такие, о, наверху. Да вот же они. Да вот же, над головой у них 8 саркофагов. Огромные саркофаги, 8. Летающие. Летающие, они застыли просто в пространстве. Пык. И Примус такой. Уже, блин. Да. Вот из них сочится, я чувствую, из них сочится. Весь черный камень. Он здесь направлен на блокировку варпа, но вот эти саркофаги из черного камня.
Они направлены, наоборот, на фокусировку. Я прям ощущаю, они фокусируют энергию варпа откуда-то и акцентируют на этих саркофагах. Нет. Один из них, восьмой, если все остальные семь при этом глухие и черные, и что-то там такое виднеется в дыму, который окружает, такая легкая дымка. А вот восьмой, он светится оранжевым. Он светится оранжевым прям. И Примус такой, так, это гробница богов. Я понял, энергии империй, они связывают их, как кандалы эти саркофаги. Да, да. И он прям завелся такой, Примус, Примус, подожди, ты сейчас эмоции еще будешь отражать. Подожди, что с тобой случилось, ты увлекся. Кол здесь. Кол здесь, точно. Ты уверен в этом? Да, я уверен в этом. Я почему-то его чувствую. Он здесь. Странно, абсолютно. Я был рожден для того, чтобы всегда чувствовать своего хозяина. Хорошо. А что это наверху над нами? Вот не видишь вот там, присмотреться, если в дымку? Вот там вот, на каждом саркофаге. Блин, присмотрелся, такой, блядь, лицо! И там силуэт. Как бы видно очертание, как будто такая бледная тень какого-то создания, которое сложило ручки и как бы сидит себе внутри этого саркофага. И он видит, что дымка на самом деле, она струится от каждого саркофага в восьмой. Из семи в восьмой. Она как бы струится, она уже такая чахлая, просто серая дымка. Как будто впитывается в восьмой саркофаг. И он такой, елки-палки, а что здесь будет происходить? Это похоже вообще на ловушку, какую-то странную ловушку. Они обернулись, посмотрели, а что еще здесь есть? Что здесь еще есть? А ничего. И тут Феликс такой, знаешь, я что-то слышу. А что ты слышишь? Какие-то шепоты, какие-то голоса. Ему Примус говорит такой, нет, это сердце горы. Оно просто играет с тобой. Ты слышишь отголоски чего-то такого, чего уже здесь нет давным-давно. Или а Феликс такой, да нет, я слышу Коула. Он реально говорит. Вот Вокс, он почти работает какими-то помехами, он говорит. Он такой, Примус, так, подожди, ядрить-мадрить. Он общается с кем-то, ну, на, и послушивает имеется, разговор. На волнах. Послушивает этот разговор. Когда ну, они пытаются, но не могут. Они только такие вот отголоски, только какие-то куски фраз, ничего больше. И Феликс такой показывает. Ты думаешь, вот эти вот саркофаги, они реально могли в себя вместить божественную сущность? Невдолбенного размера? Божественную сущность? Конечно. По сути, это же это как бесконечную супермассу внутри себя вмещать? Такой, ну, я думаю, это сердце горы, здесь все что угодно возможно. И говорит, нам надо подождать, пока мой мастер разрешит то, что он хотел сделать здесь. Переговор. А Феликс такой, ладно, у твоего мастера, блядь, есть 4 часа, и лучше бы ему управиться за 3 часа. Напомню, потому что через там 12 часов после того, как они пошли, гору разбомбят в любом случае керам собачьим просто. Правильно. Ну и вот следующее, косы императора. Вот они идут. У них на привязи это вот созданица веселая, которая, я чувствую... Чувствую своего хозяина. Давай-давай, чувствуй дальше. И идут за ним. Но им плоховато всем. Потому что гора все чаще дрожит, трясется. Эти вот волны непонятные исходят, которые влияют на их сознание. И тут и там, один за другим, они падают в кататонию. Например, идет Аратус, их любимый классный апотекарий. Он такой, и присел ненадолго. Такие, алле, мужик, мужик, ты как? А он на 20 минут вырубается, пускает слюну, они пытаются привести в сознание, а он сам через какое-то время выходит из него уже с ошалелыми глазами. И фантомы, их преследуют фантомы вот эти самые, им тяжело идти. И он все размышляет, наш мастер ордена, Трациан, что «Ах ты, черт возьми, вот мы добрались буквально до гробницы, до самой сути нашего ордена, где первые, самые первые, основатели ордена похоронены были, закопаны, тут все как бы красиво, конечно, чинно, благородно, но при этом страшно, потому что ты замедляешься до безумия этими видениями. Они идут, сходит постепенно уже с ума их маленький, вот этот ошалелый гибрид. Он прям жаждет встречи со своим отцом, жаждет. И вот они заходят до гробницы, где написано красиво на готике «Hic aecit obertei dominus est falcuci et imperatore». И Аратус такой, ну вот оно, первый наш господин лорд, основатель ордена Обердей. Все такие встали, красиво.
врата. Большие врата, на которых изображены многочисленные деяния упокоенного за ними. Вокруг везде каменная кладка, которая тысячелетиями уже не была потревожена. Но с вратами не очень хорошо обошлись. Они почему-то покорежены, и в них прям такая неиллюзорного вида дыра большая. Они смотрят такие, твою-то мать. И тут ошалелый гибрид дерет на себе просто этот ошейник и с визгом ломает звенья цепи и удирает в эту дыру. Они хотят уже расстрелять его терминатора, но Тарсан такой, стоять, пускай бежит. И так все ясно уже. Да, он подходит к этой дыре, всматривается в нее, такой сквознячок пошел. Ладно. Потом повернулся. Это дыра. А в дыре живет кто? Патриарх. Разворачивается. И, ну, господа космодесантники, спасибо вам всем за службу. Да пребудет император с нами. Вы были мне, да, братьями все это время. Каждому рад был служить, рад был служить, рад был служить. А теперь пройдемте, нас ждет конец нашего ордена. И такие в дырку все, по одному. Проходит, а там помещение. Ну, короткая перемычка. Это же Вархаммер. Конечно, нет. Оно 10 на 10 метров, 30 футов на 30 футов. Квадратненькое, красивенькое. Здесь чаши, какие-то молитвенные курильницы. В стенах ниши. В этих нишах установлены всякие статуэтки в виде примархов, в виде императора и, конечно же, большой трон. На троне статуя. Было. Гробница, их, короче, это типа. Абердея, да. Который вот так вот сидел себе. Как царей древности хоронили. Да, как Конан, например, в конце сидел. Вот такой же он был. Его статуя красивая, которая возвышалась, само собой, на гигантском саркофаге. Вот этот трон был. Правда, статуя валяется сейчас. Валяется разбитая башка осечена, грусть, тоска, везде пылища, что самое неприятное, стены тоже треснули. Все немножко исказилось, потому что некронские конструкции здесь уже. Гора-то приходила в движение, и то хопа, кусочек черного камня вылез. Хопа. Ты помнишь, у Сникаля, когда они в Копи море пришли, да. А там, о, летописный чертог, все пропало. Все в паутине, все в кошулях, в скелетах. Да. Ему очень грустно, он смотрит, ёперный театр. И ладно бы эти кристаллы, черные, зеленые, по зеленым кристалликам, как будто... Ползают такие маленькие, вот эти вот маленькие скрабики, некронские, маленькие. Наноботы. Наноботы такие, ползают по ним. Они уже стены местами пробили, эти кристаллы, и сочатся зеленой энергией, пульсируют. Все попростил, видит господь император. Но вот эту огромную хуйню, которая сидит посреди гробницы, нет, этого он не может потерпеть. Конечно, там гигантский динокрад сидит. Жирный патриарх. В три раза больше, чем он видел до этого. Наконец-то. И он смотрит, какая же ты абоминация, эти супер заостренные когти. Ну вот все атрибуты стандартного патриарха. Ну модельку посмотрите, она вот там примерно такая и он есть. Есть. И он, кстати, больше, он действительно больше он обычного терминатора, да. Здоровый хрен. А можно про священку, кто не знает. Патриарх Генокульт. Да. В центре паутины лжи и культа генокрадов находится патриарх, отец династии. Будучи вдвое больше космодесантника и обладая достаточной силой, чтобы разорвать Огрина пополам, данное существо – ходячий кошмар из зубов и когтей. Его когти могут пробить доспехи тяжело бронированных воинов и даже легкую технику. Но одним из самых опасных тиранидов, с которым сталкивался Империум, его делает гипнотический взгляд. Жуткие силы делают патриарха ужасающим кукловодом, способным уничтожать не только воинов и боевые машины, но и целые миры. И вот он подходит, подходит к нему Троциан. Are you ugly motherfucker? Как в этом, как в Хищнике буквально. И такой шепчет. Вот он, рог нашего ордена. Вот здесь мы тебя и нашли. И чувствует такие мягкие ручонки, обвивают его сознание и говорят, а не пойти ли бы вам всем нахуй, вы с Марины? А он такой, так, срочно! Борись с этим! Чик! Поле заработало. Сука, не можешь теперь! Ха! Поднимает болтер, поднимается, а патриарх такой на троне так и смотрит на него. Юми, юми, мию.
Типа такой довольный, и у него такие лапки. Брлым, брлым. А сбоку от него лизоблюд. Я дома. И вокруг него на этой круге нарезает, нарезает. Трацан не унимается. Ты хотел возвратить нас? Трахнуть, нагнуть! Да ты обосрался! Вместо этого мы сами пришли к тебе, теперь мы будем твоей погибелью! Мы нашли тебя! Ты не сможешь меня теперь поработить! Меня, истинного слугу императора! Теперь ты умрешь! Здесь и сейчас! Нацеливает свой болт-пистолет на него, болтер на него. И такой, ну! Да блять! Да как так? И не может. Не может почему-то. Он хотел сказать такой, прорать, ты сейчас умрешь. А выходит. Все такие посмотрели на него. Мастер, приказание. И такие желтые глазки злобные смотрят. Прям как будто ему в душу. Это страшное поднимается у него там вот. Внутри. Внутри него. Ужасное оружие. Оружие, которое было использовано против него когда-то давно, буквально вот его естество нарушает. Он смотрит в глаза ужасу, к хтоническому, который родился задолго до рождения, возможно, его галактики. Ужас, который был сделан как орудие уничтожения. И там очень прикольно описывается как бы тираническое естество. Что-то такое, что человеку никогда не постичь. Интеллект или создание, разум, который голоден, который более голоден, нежели сам весь космос. Что-то такое древнее, что невозможно даже себе представить. И он смотрит в глаза этому ужасу. И он как бы зовет его. Типа, ну что, давай. Раздевайся. Раздевайся, потанцуем. Снимай свою термоброню. Он говорит, убейте его, убейте его. Но не может громко сказать, что, не слышим? И тут маленькая тварь такая, смотрите, хозяин, они все ваши, На коленке забирается ему, Тот берет такой, за голову, отрывает голову ему, такая, фонтан крови, как в аниме просто, орошает его лицо, морду патриарха, он такой длинным языком слизывает всю эту кровищу, которая из артериальной. Ну вот этот фонтан бьет артериального. И Трицан чуть громче. Да убейте ж, блядь, наконец! Убейте, пожалуйста! Губы пересохли! Убейте! Он находит себе силы просто с последних сил уже. Убейте! Поняли! Вперед, мужики! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! И давай из всех своих стволов стрелять в терминаторском броне, который. Он такой первый. Умри за императора! Стреляет, и пульки такие пэм-пэм. Небольшие такие выемки оставляют его китиновые в броне. Хитине, да. Но подумал патриарх, ну ладно, пора. Прыгнул на трон и метнулся вперед. С такой нечеловеческой скоростью. И при этом он не может повернуть Рцан голову, он так и застыл. И видит только, насколько позволяет ему его обзор. Видит сбоку стоящего Улоса, как патриарх подбегает к нему. И так аккуратно берет голову ему. Отвинчивает. И удаляет это из тела. Фонтан кровища стреляют дальше. Он берет терминатор, разворачивает ко всем, чтобы принимать как щит живой. Уже не живой щит. А патрончики прыгает на его тело. И как с трамплина куда-то полетел за его спину. И там крики. А он стоит и ничего сделать не может. Только слушай, как люди умирают. Правильно. 10 тысяч лет до этого. Ура! Изекиль Седаин. Ну давай, быстрее, давай. Вот сюда, вот. Давай, садись. Кол такой, куда, в кресло? Да, вот же они. И подгоняет его. Он смотрит, Кол, так, два кресла, которые повернуты друг к другу изголовьями. Пык, ну, ноги в разные стороны получают, а изголовья друг на друга сведены. И там куча проводов, два шлема металлических, таких красивых шлема. Что в Гриффинах было? Черт возьми, это что, Гриффины? Здесь с Брайаном менялись. Телами. Нет, не телами, а в сны друг друга проникали. Не телами? Нет. Ну, в общем, то же самое. Может быть. Окей. И Коул такой мешкает немножко, ну ладно, сейчас. И голос такой, вау, вот он момент, когда родился, вот он момент. Он хочет внедрить свое сознание в тело Коула. Эзекиэль Седаин, да. Ну, передать ему все знания. И стать им. Принести. Поглотить его, да. И тут было два Белизария Коула.
Один, который... Подожди, откуда? Один, который стоял здесь. Подожди. Один, который хорошо стоит здесь. Вот он смотрит, как на него Альтрикс Германия наводит пистолет. Валяется там Фреддиш с дырой в пузе гигантской. Есть два стула. Да. И есть Эзекиль Сидейн, тоже с пистолетом, говорит, садись, садись. Кресло быстрее. Второй Коул, это который в его же голове находится, вот сейчас же, и который, по сути, из Фароса. Из будущего. Из будущего. Смотрит в прошлое. Да. И как оба, оно все было? И оба это в первый раз переживают. А тот говорит, не садись? Или он не знает, чем они, все кончится? Они оба это первый раз переживают. Так. Ну, потому что из будущего он не помнит своей памяти. Помнишь, у него такая проблема, что ну, как бы у меня дохерища памяти, некоторые перли, некоторые перетирали, он хочет его восстановить. И это лучший способ, потому что это не память, это путешествие буквально. Сквозь свет и звук. Ага. И он не знает, что дальше будет. И чувак из прошлого, Коул, он тоже не знает, что дальше будет. Это для него впервые. А вот это сознание знает. И он такой, ты не тот, кем себя считаешь. Забавно. Сидень такой, давай, ну быстрее, хватит. Ладно, я стараюсь. Спокойно. У твоего друга осталось совсем мало времени. Кво скоро иссечет кровью. Так что давай, 10 минут, не больше. Гремения такая, вот сюда и расслабь голову. Хорошо, Коул садится. Ты мне обещаешь, что ты его спасешь? Мы его спасем, мы, Коул. Нет, мы. Давай, я обещаю тебе, даю слово. Я не такой ублюдок, как кажется. Я просто хочу, чтобы человечество получило шанс на выживание. Эти знания не должны исчезнуть из этой головы. Не должны. Я не хочу никакой бессмысленной смерти. Это глупо. Я обещаю, что он будет жить. Хорошо. Тогда это за Фреддиша. Надевай, мать!